Всем привет! С вами канал Алиса Ченнел. Извините. И сегодня у меня будет обзор на моих новых пони. Да, я же уже снимала видео про набор Midnight Encanterlot. Но я про них обзор еще сделаю. Ой, почему мне так загибаться все время надо? Почему камера такая маленькая? Вот все так нормально. И давайте начнем. У меня их всего 4. Да, как вы поняли, это второстепенные пони и новые принцессы. Короче, давайте перейдем к принцессам. У меня есть принцесса Селестия, такая вот. Она белого цвета, у нее рог блестящий такой, у нее розовые глаза. У нее есть корона и ожерелье, она белого цвета, у нее покрашенные копыта в желтый цвет. У нее хвост фиолетово-бирюзового цвета, а грива с желтым люрексом. И грива бирюзово-розово-фиолетового цвета. У нее крылья прозрачные такие, а вот там вот наверху розовое, а тут вот так вот. Вот. Она принцесса. Короче, вот такая принцесса. Это наша первая новая пони, которой у меня не было в жизни. Следующая – это Nightmare Moon. Да. Она такая синяя, у нее копыта голубого цвета, у нее ожерелье голубого цвета. И луна такая, светло-голубого цвета. У нее такой шлем голубого цвета. Все у нее голубое, синее, фиолетовое тут. И луна такая блестящая. Вот. Грива и хвост фиолетового цвета. Она ликорн. Вот. Следующие это Минти. Такая вот. Она бирюзового цвета. С желтыми волосами, ну, гривой и розовым хвостом. У нее кьюти-марка, такие три леденца, и она земная пони, вот. У нее такие вот голубые глаза, у нее вообще, не знаю, какие. Следующее, это Devrub Dazzle. Да, это моя последняя новая пони, которой у меня в жизни не было. Это, вот, короче, она такого голубого цвета, у нее желтые тени, фиолетовые глаза, она единорог. У нее грива розово-желтого цвета, хвост тоже розово-желтого цвета. Вот такая голубая пони, кьюти-марка, такой вот, как там, зонтик с каплей. Вот. Это были все мои новые пони. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. Всем пока!